Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте все те, кто заглянул на мой канал. Сегодня у меня завтрак состоит сладкая американская картофель, пюре с этой картошки, фаршированный гриб. Вот гриб, который напоминает наш зонтик. Я так уберу, чтобы вам видно было. Это большие такие грибы. Которые заполняются фаршем и дальше хорошо, тщательно пропекаются. Вот такие они черные внутри. И вот так много добавляется в этот гриб фарш. Много фарша идет. Итак, гриб просто промываете. Можете немножечко его, так как биточки делаете, побить молотком, молоточком кухонным. Что собой представляет фарш? Фарш идет вареный рис, немножечко мясного фарша, совсем чуть-чуть. Овощи, лук репчатый, морковь, сладкая американская картошка, зелень всевозможная, яйцо, немножко молока. И специи, соль и разные виды перцев. Выкладывается на противень, смазанный маслом и посыпанный мелко порезанными овощами, гриб, шапка этого гриба, Ножку можно мелко покрышить и добавить в фарш. Яйца тоже в фарш добавляются. Еще раз повторю, рис, овощи, специи, яйца, молоко, мясо – это все основные составляющие фарша. Тщательно все нужно перемешать и сверху наложить ложкой, как будто бы вы делаете котлетку, но не обволакиваете ее в муке. Просто на шапочку этого гриба. Черный-черный гриб внутри. Черная ребристая такая поверхность. Сейчас попробую вам показать. Вот смотрите. Ребристая поверхность гриба. Это одна шапочка. Так он выглядит. Ножка срезана. Можно перед тем, как ложить фарш, немножко подсолить. Так, а это кусок фарша. Сформировавшаяся такая на грибной подушке котлетка. Салат. Салат самый обычный. Берутся разные виды салата. Руккола, шпинат. Перекрышивается, добавляется крышеное яблоко. Репчатый лук. Если нет лука репчатого, можете зеленый лук взять. Семечки подсолнуха. Заправляется оливковым маслом с добавлением соуса китайского. Яблочного уксуса. И специй для салата. Все это тщательно перемешивается, и ваш салат готов. Очень вкусный у меня сегодня завтрак. Картофель пюре варится так, как обычный картофель пюре. Ничего особенного. Чистите, крышите, забрасываете в горячую воду, подсолили воду, тогда можно эти кусочки картофеля бросать. И ждете, когда он сварится до степени мягкости, мягким станет. Вытаскиваете, сливаете воду, вместо воды добавляете сливки или молоко, или масло. Можно сливочное масло взять, растительное масло, оливковое масло, соль, специи заправляйте по вкусу. Есть. Вот такая у вас получается кашица. Кашица с картофеля. Сладкого американского. Очень вкусное пюре. Добавьте специи, те, которые вы любите. От этого ваш завтрак только выиграет. Ну вот и все. До свидания. Приятного вам аппетита!